Территория за зданием психоневрологического отделения стала похожа на уютный дворик. Здесь появились тротуар, скамейки и газон. Причин для обустройства территории ПНО две. Во-первых, необходимо было оборудовать место для прогулок больных. Во-вторых, Госпошнадзор выписал предписание об устранении нескольких серьезных нарушений. Выполнена дорога из песчаной гравийной смеси для проезда автомобиля пожарного, сквозного автомобиля в случае возникновения пожара, чтобы они могли непосредственно к зданию подъехать. Выполнена дорожка для прогулки, установлено 11 скамеек для пациентов, для их отдыха. Также будет высажен газон. На данный момент в психоневрологическом отделении находится 30 пациентов. Прогулки на свежем воздухе, да еще и в спокойной душевной обстановке, им, как и всем больным, просто необходимы. У нас пациенты практически не гуляли. Мы могли прогуливаться только буквально перед отделением. Специализированной площадки для прогулок не было. Дело в том, что у нас многие больные просто находятся очень длительное время, поэтому прогулки им просто необходимы. Здесь было, все неблагоустроено. Была не скошена трава, не выкошены кусты. Рядом со скамейками напрашиваются цветники, но появятся они здесь или нет, зависит от персонала психоневрологического отделения. В общей сложности на благоустройство территории отделения было затрачено более 300 тысяч рублей. Это средства от тех платных услуг, которые оказывает городская больница.